1943 Курчатов возглавил процесс. Недалеко от Москвы появляется в эфире 1954, первая станция в мире. Там и придумали принципы и рецепт энергетики. По проводам, чтобы шел ток, и работали телеки. Силу трения великом, газ и уголь в истерике. Пришло новое время, мирный атом в деле. Energy, 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 oh yeah. Energy, energy, energy. Сейчас по факту расскажу за атомные реакторы. Вы принципы просты, как старый белорусский трактор. За мирный атом слышал, сперва нужна руда. Вытащим уран из центрифуги, крутим до утра. Изотоп 2-3-5, пора нам обогащать. Прессуем в таблы, начинаем фасовать. Вэллы собираем, нейтроны поглощающий сплав. Обеспечит контролируемый ядерный распад. Всю эту красоту в реактор, в чистую воду. И вот у нас уже готов первый контур. Но заманчиво, что происходит с контуре сторон. Там водопад превращается, ночью идем. Пар поднимается вверх и крутятся турбины. Турбины крутят генератор с огромнейшей силой. И ток так кипяток превращается в ток. И ток так кипяток превращается в ток. Вот видишь, все это совсем не страшно. Наш атом приручен, как тигр в цирке братьев за башню. Никаких отходов, золы, пепла и почек. Просто послушай, друг, еще несколько строчек. Уран перерабатывается, есть технология, благодаря которой сохраняется экология. Отработанный материал обогащается вновь. Детка, это атомная любовь. Все слажено, как с тельца плев кунг-фу. В зиме, ребята, мы не любим войну. В зиме, ребята, мы не любим войну. Energy, 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 oh yeah. Energy, energy.